Сегодня в Чебоксарах состоялся первый слет юных корреспондентов чувашскоязычных газет и журналов. Инициатором мероприятия выступил издательский дом «Хыбар». Цель встречи – воспитание молодых кадров для национальных средств массовой информации республики. На творческую встречу съехались более 100 юных журналистов из разных районов республики. Самые активные внештатные сотрудники были награждены грамотами и специальными призами. Ведущие журналисты провели мастер-классы. Ребята делились своим творческим опытом. Я примерно где-то начала со 2-го или 3-го класса. Было очень интересно. Вот в газету «Танзыш» мой первый стих тоже выпечатали. Вот, очень интересно было, очень обрадовалась. Хотим в будущем году провести слет на уровне вообще с приглашением из диаспор, потому что там тоже выписывают наши издания. И я думаю, нас поддержат за пределами республики. И я думаю, наш почин поддержит и руководители электронных средств массовой информации, поскольку журналисты нужны всем.